Истории известно, что казахский народ считал цифру 7 священной, святой. В связи с этим Наурыз Кыжы состоит из 7 основных компонентов, которые также обозначают и 7 различных цветов. Первое, у казахского народа все молочные продукты назывались одним словом – ак, белый. Второй компонент – мясные продукты, обозначали красный цвет. Третий – соль, священное черное блюдо. Четвертый – вода. Весеннее наполнение земли водой знаменовалось как синяя волна. Пятый – жир, масло, известны не только своим желтым цветом, но и обозначали самое дорогое. Сохранено как желтое масло, то есть обозначает длительное сохранение, целостности и сохранности. Шестой – вся растительная продукция олицетворяет собой зеленый цвет. Седьмой компонент – пшеница, проса, мучные изделия, добавляемые в Наурыз-Кыжы, обозначают коричневый цвет. Отмеченные 7 видов продуктов олицетворяют собой 7 цветов, которые в слиянии дают белый спектр. Вместе готовятся в священном казане и составляют традиционный Наурыз-Кыжы.